Судя по тому, какой счет, конечно, могу сказать, что в первом тайме, значит, команда где-то растерялась. Значит, я думаю, допустила несколько ошибок, значит, спешили немножко, играли не свойственно нам, играли, пытались играть где-то за счет каких-то длинных передач. Значит, я думаю, значит, где-то и быстрый гол, конечно, он все-таки повлиял очень сильно на нашу игру, значит, первый, второй, значит, и поэтому ребятам было немножечко тяжело во втором тайме, значит, команда преобразилась, значит, начала играть совершенно в другой футбол, значит, я убираю счет, я не беру счет, значит, поэтому он мог быть во втором тайме совершенно другим, потому что сборная Украины создала достаточно шансов, значит, для того, чтобы он был другим. У нас вылетел нападающий прямо перед игрой. То есть Яремчук буквально за несколько часов до игры, значит, у него была проблема со спиной. Он пришел, сказал об этом, поэтому мы понимали, что он участвовать не может. Поэтому мы дали возможность молодому новому футболисту, который, значит, все-таки получал определенный опыт игры. Потом выпустили на это место Коваленко, значит, вышел Шапаренко. И, значит, где-то они освежили игру, поэтому были интересные моменты, особенно во втором тайме. По поводу новых игроков, значит, мы практически сегодня задействовали, ну, наверное, где-то 60% молодежной команды. Значит, это было очень много игроков Сью-21, значит, которых, конечно, намного меньше опыта, значит, они еще не играли на такого уровня игры, тем более соперник сегодня был мотивирован. Но, несмотря на это, значит, во втором тайме, значит, я считаю, команда мобилизировалась и сыграла более достойно. Я как бы не ищу отговорок или отмазок, там, что новая схема, новое как бы, сочетание игры и тому подобное, но слова заслуженно победили, и я могу только поздравить с победой. Нам нужно как бы анализировать, двигаться дальше, мы все еще молодая команда, растем и будем стараться прогрессировать. Комплексные ошибки всей команды, вот нужно смотреть, разбираться, почему вы правы, допустили столько, да, скажем так, моментов. Еще были моменты у словака, вот, в принципе, сегодня сыграли, наверное, не на том уровне, на котором должны были. Вот, поэтому, ну, тренерский штаб сделает выводы, как бы, после игры. У нас есть сейчас 3 дня до следующей игры, и смотрим вперед.